объект, который находится в частных руках, и оператором которого до сегодняшнего дня является ООО «Ореховозуйская теплосеть». Компания, которая раньше являлась единственным поставщиком тепла по всему муниципальному образованию. Эта компания уже не первый год находится в стадии банкротства. И за те долги, которые она имеет перед Межрегионгазом, Межрегионгаз прекратил поставку газа на данный источник. Сегодня мы находимся заложниками данной ситуации. Значит, были предприняты меры по, в общем-то, решению этой проблемы во время, в общем-то, плановых ремонтных работ, которые предусмотрены 2 недели правительством Российской Федерации. Но это затянулось. Сейчас уже начинается 4-я неделя. Мы понимаем, что, в общем-то, здесь, вероятно, сроки будут затянуты. Безусловно, заложниками данной ситуации стали не только те люди, по чьей вине это произошло, население, которое традиционно в Орехово-Зуево считает необязательным платить за потребление как горячего водоснабжения, так и теплоснабжения, но, к сожалению, заложниками оказались и добросовестные плательщики услуг за жилищно-коммунальные услуги. В этой части всем добросовестным плательщикам мы рекомендуем, в общем-то, обращаться в правоохранительные органы, потому что считаем, что это незаконные действия со стороны, в общем-то, поставщика данной услуги. Вот. В свою очередь администрация предпринимает совместно с правительством все необходимые меры для того, чтобы, в общем-то, поставка горячего водоснабжения была возобновлена. В общем-то, в ближайшее время, на этой неделе, состоится собрание кредиторов, где будет принято решение, либо теплосеть будет, в общем-то, ликвидирована в ближайшее время, и собственник котельной будет обязан, в общем-то, пригласить другого оператора на данную тематику для того, чтобы, в общем-то, система это заработала и горячее водоснабжение поступало в наши дома и в социальные учреждения, также на предприятия.